круто. После встречи Анатолий Пахомов вместе с болельщиками Бразилии и членами семей футболистов посмотрел тренировку пятикратных чемпионов мира. Уже сегодня сборная покинула Сочи. Проживать команда будет в городах, где назначены матчи с ее участием. Нам пообещали, что когда я приду на базу тренировки, вот, то нам обязательно подарят эту майку. Вот они сегодня дали высокую оценку и городу, и стадиону, и тренировочной базе. И, конечно, гостеприимство сочинцев, за что им большое спасибо. И вот в знак нашего знакомства и пребывания бразильской команды в городе Сочи оставили вот такую майку, которая займет достойное место у нас в музее. Конечно, нам, безусловно, все понравилось. Нам, команде, гостеприимство, теплота города, теплота жителей, качество всей инфраструктуры. Поэтому мы были очень счастливы находиться здесь. Представители Бразилии увезли из Сочи местный чай, самый северный в мире. Одно из пожеланий, которое прозвучало в адрес сборной, после Мундиаля вернуться в Сочи на отдых со своими семьями.